Всем привет и добро пожаловать на мой канал, подписывайтесь, если еще этого не сделали, а в этом видео я вам покажу дизайны в стиле неоновой графики. Наносим черный гель-лак, сушим в лампе, затем вам понадобится кисть для прорисовки, белая гель-краска. Рисуем линии в свободном порядке, на каком-то ногте по диагонали, где-то прямая линия, где-то треугольник. Пару ногтей я сделаю с гелем-паутинкой белого цвета. Вначале надо медленно размешать, так как пигмент белый оседает на дне. И наносим на ноготь. Сушим в лампе и наносим закрепитель. Снимаем липкий слой. Вот такая подборка дизайнов получилась. И теперь будем наносить неоновые оттенки. Можно наносить при помощи аэропуффинга, а если хочется поярче, то я наношу прямо кистью от гель-лака и растушевываю аэропуффингом. И готовые дизайны покрываем топом без липкого слоя. Вот и все, дизайны готовы. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч в следующем видео.